Хэйога, с вами Шумки, мы, так сказать, продолжаем и заканчиваем игру под названием Sayonara White Hearts. Поэтому полетели! Океан мертвых называется песенка. И это у нас дева. Или звезда, я не знаю. Нифига себе. Путеводная звезда. Блин, если вы знаете игры наподобие вот этой, говорите, бля, надо тоже такие поиграть. Они красочные, хорошие, идут не так долго именно по серии. Когда там ураган, водовороты. Я сейчас вообще пытаюсь выпускать по 3 видео в сутки. Но я не знаю, как долго я смогу так делать. Мне кажется, мне потом как бы надоест, и я буду выпускать, как я раньше выпускал, по 2 видео. Ну, пока я на карантине, я могу себе это позволить. Видео заснял, видео отрендерил, и все. Пока видео рендерится, я посмотрю там другие какие-то игры в плане, во что бы сыграть. Также я смотрю различные фильмы, сериалы, аниме. Поэтому я не трачу зря время, я также еще бываю занимаюсь, понятное дело. Потому что, ну нафиг это все. Карантин карантином, а заниматься надо. Знаете, музыка орет, я даже не знаю, вы меня слышите или нет. Смерть. Понятное дело, серебряный ранг. Да, я не знаю, как это перевести. Транс. Любовь. Короче, город мертвой любви. А мы переворачиваемся вверх ногами. На самом деле я знаю прикольную игру гонки. Там все рушится, все ломается, хочет тебя убить. И ты должен в этот момент выживать. Я посмотрю эту игру, если что, мы ее сыграем тоже. Но у меня очень много игр, которые можно попроходить. Не заметил. Мана. Как же это тяжко. Ну, оно походу того стоило. Ради этих очков, да? Главное смотреть за ловушками. Висящий человек. Бронзовый ранг? Я на бронзу прошел. Серьезно. Печально. Хейт, убийство скелетов, нежити, убийство или
расстреливания нежити. Нифига себе. Нифига себе, я им настреляю. На тебе метки, да, стрелок? Не зря в шутеры играл, как говорится. Надеюсь, это была хорошая идея, сдохни. Думаю, нет. Ой, одного пропустил. И там двоих пропустил. Почему не золото? Очищение. Надеюсь. Inside же очищение. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Нифига, на косой херячит. Также можно сыграть в игры там, где у нас только битвы с боссами. Типа, одна серия — это битва с боссом. Я знаю довольно... большое количество игр таких. Это у нас и Fire, и как так игра называется, Fear, Fire, Fire. Также игра есть, которая называется. Там, короче, мы челиком играем, просто убиваем боссов. Там, типа, еще боссы все под музыку играются. Вот что-то вот мы вот такие вот попроходим еще. Не, ну, у меня много идей, во что можно сыграть. Ой, я не заметил. Я не заметил. Ну, смотрите, я почти не умираю, я только умираю от своих отшибок некоторых. Именно так, от дороги я только умирал от дерева. И то, что я не знал, что в принципе будет. Вау. Окей. Оп. Я проскакивал. Я там проскакивал бы. Чё за обман? Арктеркотища. Нихера себе. А что я могу... А, я могу по блевотине ехать? Нихера себе. Как говорится, летаем по рыгачкам. Вау, 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 вау. Так я нажимал, алло. Я нажимаю на кнопку. Я исполню твое желание. Хочешь пропустить этот фрагмент? Нет, не надо.
Попадаю, не попадаю. Нахерафки себе, вторая фаза? Дач, это реле очищение. Нихера себе, две фазы. И сейчас, походу, будет еще плюс третья, да? Все сердца должны погибнуть. Сейчас будет битва со всеми, что ли, боссами? Нифига себе. Прикольно. Я просто еду, мне все равно. Короче, ребят, если хотите выживать, собирайте все сердца, собирайте все, что тут вообще есть на карте. Это правильный путь. Голову ломает. Ну и глазик. Противный глазик. Нихера. А, чем я, короче, быстрее двигаюсь, туда он и стреляет, короче говоря. О, так тяжко немного. Ладно. Идеально? Не идеально. Делать все-таки нет. И он меня опять задел. Ладно, пускай он меня убьет сейчас. Would you like to skip this bit? Нет, я не хочу. Ладно, плевать на этот фрагмент на самом деле. Идеально. Я просто стреляю все, что вижу. Ой, манать, как жестко.
Вот что значит финальный босс. Как я еще не попал? Готово. Так, теперь мы должны одолеть всех наших противников. Монаде бои. Я понял. Но я хотел собрать денежку. Блин, типа в чем херня вообще заключается? То есть мы и есть все, все эти враги. И тогда из-за предельно раздалось голос трех божественных аркан. И ветра разнесли их слова. Из осколка твоего разбитого сердца возникло настоящее героя имя. Тебе удалось вернуть в наши миры утраченную гармонию. А теперь иди опиши гармонию в степи. Сайонара, неукротимое сердце. Да, такая типа спокойненькая игруля. Не так давно в одном городе, похожем на твой, жила девушка, разлюбившая, дремлющая, отчужденная. Годами она катилась по спирали грусти и гнева, пока дальше уже некуда было падать, и она вновь вернулась в свой ритм. Вот, друзья, и все. В принципе, если оценивать игру,
мне очень понравилось. То есть, знаете, можно таким сесть вечерком, да, спокойным, расслабиться, отдохнуть, сыграть в данную игру. То есть она даже не очень долго, она меньше, чем на час. И можно пройти запросто. Здесь большое разнообразие уровней. Это лес, город, всякие метро, просто городские вещи. Также можно отметить, это разновидность врагов, то есть их фазы, да. Финальный босс — это вообще что-то жопа. Это демон, типа в скобочках дьявол. Ну, не дьявол, а смерть. Сначала мы сразились со смертью, потом по юблевоте покатались. Сразились с волком трехголовым. И как-то вот так, ребята. В принципе, музыка тоже довольно интересная, и были участки. Но все равно на глаза очень большое давление идет. Можно это пропустить видео, да? Let's poop. Сейчас мы с вами что сделаем? Посмотрим, во-первых, дополнение, что открыто Adam Arcade. Теперь вы можете играть во все песни с суммарным счетом. Типа с общим, имеется в виду. Не, если типа играть на золото, тогда да, типа это довольно долго будет. Загадки зодиака. Я вот еще вот это вот смотрел. Нет места мне на пьедестале звездных трасс. Я то и дело поспевала в десятки разных мест. Тут видите, музыка противоположная. Я нахожу квадраты во всех уголках мира. Я сделала дюжину коротких перерывов. Волшебница исполнила три моих желания, где одно стало двумя. Ты живешь лишь однажды, а я рискую жизнью 10 раз. 20 раз рисковала я жизнью, не упав, там, где дьявольская троица возникла. Перерожденный из греха мой секрет, а из грезах мой секрет, в левом глазу 4 раза. 3 раза я вновь становился как золото. Вверх — это низ, а низ — это верх. Там, где я скольжу 25 раз. Я вышибаю малейшее усилие. Я слышал ее прощальную песню перед началом моего пути к небесам. Маленькие кровавые насосы, прокляты среди щелчков и хлопков. Именно оттуда я вернулся на 10 лет в прошлое. Скольжу ночами, как никчемные колесницы. Я дьявольской хватки один лишь я хорош. В дьявольской схватке лишь один я хорош. От золотого солнца до серебряной звезды. Иди к башне из дрозды. Внутри кручу и 1080 градусов. Я безупречный император. Моя тайна в большинстве квадратов, где играет вся музыка. Карты одиноко, но появляются тут и там 40 раз. Я занял пьедестал всего лишь с одной попытки. В плоском пространстве скольжу меж пулями четырехкратно. Счастье — это квинтет квадратов, где кончается одно путешествие. Я не знаю, что это, загадки зодиака, это странно. Есть его дополнение, это как раз, которое мы получили. И вот закрыто за золото нужно. Давайте я посмотрю, что это. Немножечко проверю и, в принципе, закончим. Давным-давно помимо нашей была огромная вселенная. И за ней присматривало три божественных аркад. А, все, я понял. То есть, это мы за одну попытку сразу, да, проходим игру? Ну, тогда вы уже слышите, сделали бы... Не хочу. Ладненько, давайте тогда, я думаю, мы с вами на этом и закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем до следующих игр, как я сказал, да, но... И всем пока.